Черкасская, 145, наверное, это адрес. Звенит трель, вот эта сигнализация противная. Непонятно, как бы, ну, вытяжка работает, дыма никакого нет, ни с вытяжки, ни снизу. Ну, пожарные приехали достаточно быстро, там, в течение, не знаю, минут 10, наверное. Побежали смотреть. Ну, судя по тому, что вытяжка работает, дыма нет, то, ну, какая-то, видимо, ложная тревога. Ага, на втором этаже там что-то случилось. Вот еще экипажи едут. Хорошо, здесь дворы широкие, как бы без проблем разъезжается спецтехника с жильцами домов. Ну вот по рации, видимо, сообщили, что ничего не горит, все нормально. Я не торопится никуда. Сигнализацию выключили. Да, он, ребята, разворачивается, все, видимо, ложное срабатывание. Сейчас выключат вытяжку. Разъедутся. Ну вот и смотрите, как бы, насколько в Краснодаре мы защищены, то есть достаточно новая современная такая техника, достаточно оперативно они приезжают, и вот конкретно вот в этих дворах достаточно безопасно они могут доехать до места, развернуть все свои системы пожаротушения, им не будут мешать там какие-то заблокированные проезды машинами, блоками, там самоуправными собственниками и так далее. То есть, ну, в этом плане здесь, как бы, конечно, на Черкасской достаточно спокойно.